Я смешной человек. Они называют меня теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если бы я для них не оставался таким же смешным, как и прежде. Но теперь я не сержусь. Теперь они все мне милы. А прежде я тосковал очень от того, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешной. И знаю, это может быть с самого моего рождения. Надо мной смеялись все и всегда. Но тут я сам был виноват. Я всегда был так горд, что никому и ни за что не хотел в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами. И если б случилось так, что перед кем бы то ни было, я позволил себе признаться в том, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в этот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я стал понемногу спокойнее. Может быть, потому что в душе моей нарастала тоска по одному обстоятельству, а именно, это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете, везде, все равно. Я очень давно это предчувствовал, но полное убеждение явилось в последний год, и как-то вдруг я почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир, или если бы нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне казалось, что это было прежде. Но потом я догадался, что и прежде тоже ничего не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился в том, что и никогда ничего не будет. Тогда я перестал сердиться на людей и стал почти не примечать их. Я смешной человек. Я смешной человек. Я смешной человек. Я всегда был смешон, и знаю, это может быть с самого моего рождения. Надо мной смеялись все и всегда. Может быть, потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже совершенно выше меня. А именно, это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете, везде, все равно. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде. Но потом я догадался, что и прежде тоже ничего не было. А только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Я смешной человек. Я всегда был смешон. Не знаю, это может быть с самого моего рождения. Потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже совершенно выше меня. Я всегда был смешон. Это было по
Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и стал почти не примечать их. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей Это ужасно. Я живу в вечном страхе. Сама поражаюсь. У меня вся энергия уходит на то, чтобы бояться. Я это сделала заранее, летом, полтора года назад. Ну, потом как-то уже вот ближе к ноябре, так день за днем. Помню, в какой-то день пересыпала все таблетки уже из таких хранилищ в одну баночку, чтобы, ну, когда приспичит, чтобы уже нормально. Ну, и потом приспичило все. На тот момент, конечно, мне не казалось, что я буду людям об этом рассказывать, потому что я собиралась не что-то там делать. Конечно. Я не собиралась совершить самоубийство, собиралась умереть. Все. Единственное, что мне нужно было, это чтобы больше ничего не видеть. Это все. Я помню прекрасно, вот я выпиваю таблетки, все. Ну, там сразу становится плохо, потому что очень сильные нейролептики. И транквилизаторы, ну там я же не ерунду какую собирала, я чтобы наверняка сразу я поняла, что у меня отнимается язык моментально. Подошла, посмотрела в зеркало, я помню, следующее воспоминание, это все. Я в ванной вызываю себе рвоту. И я вот стою в ванной, над ванной, я понимаю, что ничего не получается, что я вообще не понимаю, как это вызвать из рвоты. А потом я задумываюсь, вот это я точно помню, самый такой момент, что а почему я стою в ванной и вызываю себе рвоту, почему? И тут я понимаю, что я только что вызвала скорую, мне там сказали, идите в ванную и вызывайте себе рвоту. И тут же я потеряла сознание. Девушку, которую вы видели на экране, зовут Соня. Мы все ее хорошо знали. Она занималась в нашей театральной студии, принимала участие в проектах театра. 2 года назад она совершила попытку самоубийства. Почему она это сделала?
fight or flight. Бороться или улететь. Несколько лет назад мне в руки попалась одна статья, которая меня очень поразила. Ее автор многие годы исследовал рационализацию террора по дневникам советских писателей. Главная ее мысль заключалась в том, что нормальный человек не может выжить, если он ежедневно и даже ежечасно осознает, в каком кошмарном, порочном и несправедливом мире он живет. Это привело бы к массовым суицидам. Поэтому, чтобы выжить, человек рационализирует зло, учится сначала его объяснять, а потом не замечать. Fight or flight. Бороться или улететь, убежать. А если тебе некуда улететь, убежать, и ты боишься бороться, то тебе необходимо замереть и укрыться. Все руки висят, хочется только вот так и спать не хочется, хочется просто, чтобы со всех сторон все подпирало, чтобы нигде не напрягаться и в одну точку смотреть. Это депрессия настоящая. И если бы был пожар в это время, и надо было бы идти и спасти какого-то человека, ты бы просто сидел и смотрел бы, как он горит. Тоска, доведенная до высшей степени. И это страшно, когда это начинает перед тобой маячить. Вот так, еще отдаленно, еще слегка-слегка. Ты просто думаешь, что как-то тебе сегодня нехорошо. Вот что ты,
Как-то ты сегодня себя плохо чувствуешь, может быть, тебе нужно немножечко отдохнуть. При этом не ленишься, но ты чувствуешь, что нужно немножечко посидеть. А потом ты сидишь так всю жизнь. Ну, пока ты в депрессии, вот в этой. Всю жизнь, не до смерти, конечно, но пока ты парализован. И вот после того уж я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре. Именно 3 ноября. И с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было мрачный. Самый мрачный вечер, какой только может быть. Я помню, я тогда возвращался в 11:00 вечера домой. И помню, я подумал, что уже не может быть более мрачного времени, даже в физическом отношении. Дождь лил весь день. Это был самый холодный и мрачный дождь. Какой-то даже грозный дождь. Я это помню. С явной враждебностью к людям. А тут вдруг в 11:00 вечера перестал. И началась страшная сырость. Сырее и холоднее, чем когда дождь шел. И ото всего шел какой-то пар. От каждого камня, из каждого переулка, если заглянуть в него вглубь, подальше с улицы. Мне вдруг представилось, что если бы потух везде газ, то стало бы отраднее. А с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал и просидел у одного инженера, а у него сидело еще 2 приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили о чем-то вызывающем, даже разгорячились. Им было все равно, я это видел. Они горячились просто так. Вдруг я им и высказал это. Господа! Ведь вам, говорю, все равно. Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это от того, что я сказал им без всякого упрека. Просто потому, что мне было все равно. Они увидели, что мне все равно. Им стало весело. Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг в одном из них я увидел звездочку. И стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль. И я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще 2 месяца назад.
И как я не беден, купил прекрасный револьвер и в тот же вечер зарядил его. Но вот прошло уже 2 месяца, он все лежал в ящике. Но мне до того было все равно, что захотелось-то наконец улучить минуту, когда будет не все так равно. А почему так, не знаю. И вот таким образом, эти 2 месяца, каждую ночь, возвращаясь домой, я думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот эта звездочка дала мне мысль. И я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мне мысль? Не знаю. И вот когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица была уже пуста, никого не было, вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была 8 лет, в платочке, в платьице и вся мокрая. Но я особенно запомнил ее мокрые разорванные башмаки. И теперь помню, они мне как-то особенно мелькнули в глаза. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка, мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти. Она все бежала, дергала и звала меня, и в ее голосе прозвучал тот звук. Который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала какие-то слова, я понял, что ее мать где-то там умирает или что-то с ними случилось. Она выбежала, чтобы позвать кого-то, найти что-то, чтобы помочь маме. Но я не пошел за ней. И напротив, у меня вдруг явилась мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтобы она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки на груди, всхлипывая, задыхаясь, убежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!» Но вдруг оставила меня, стремглав перебежала улицу. Там тоже появился какой-то прохожий. И она, видно, бросилась от меня к нему. Дети – странный народ. Они снятся и мерещатся. Перед елкой, в самую елку, перед Рождеством, я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку. Никак не более, как 7 лет. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем. Значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил с ручкой. Это технический термин. Значит, просить милостыню.
Тем еще ребенок. Я был поражен, насколько жизнерадостной и непосредственной она была в своем раннем детстве. Что же случилось в ее жизни, что она решила покончить с собой? В предсмертной записке Соня оставила телефон матери, Ольги. В районе 9 вечера Ольге позвонили врачи из города, где училась Соня, и сообщили, что девочка отравилась и что она очень тяжеленькая. Врач скорой применил именно это слово – тяжеленькая. И что они постараются довести ее до больницы, и что звонить теперь надо туда. Мы работали над новым проектом и купили видеокамеру. Я выключил свет и проверял ее способность снимать в темноте. Камера была включена на запись. И в этот момент в театр позвонила Ольга. Оля, это правда, да? Я поняла, Олечка. Ага. Сейчас, ага. Олечка, ну держись, моя дорогая. Отравилась таблетками дочь Громова. Соня? Она живая? Оля. Соня была в коме. Время остановилось. Оставалось только ждать. Fight or flight? Палата интенсивной терапии – это обычная маленькая комната с тремя кроватями. Кафельная плитка, холодно, стыло. Матрас, на котором лежала Соня, был покрыт какой-то коричневой клеенкой. Ее даже не накрыли никаким одеялом. Она лежала в одной короткой рубахе, голые ноги, лицо неживого человека, аппарат искусственного дыхания. Родители не пускали, хотя они сидели буквально за стенкой. Не пускали даже просто, чтобы подержать своего ребенка за руку. Врач как-то обыденно спросил: хоронить здесь будете или повезете в Комсомольск? Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло. Старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. За стеной в соседней комнате продолжался садом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, у него были гости, человек 6 стрюцких. Пили водку, играли в что с старыми картами. Вчера была драка, и двое из них долго таскали друг друга за волосы.
Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Из других жильцов у нас одна маленькая ростом и худенькая дама из полковых, приезжая. С тремя маленькими заболевшими же у нас в номерах детьми. И она, и дети боятся капитана до обморока, всю ночь трясутся и крестятся. А самым маленьким ребенком был от страху какой-то припадок. Этот капитан, я, наверное, знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но... Странное дело. Я ведь это только к тому рассказываю, что он... За весь месяц, что капитан живет у нас, он не вызвал во мне никакой досады. От знакомства с ними я, конечно, уклонился с самого начала. Да ему самому со мной скучно стало с первого раза. Но сколько бы они ни шумели за своей перегородкой, и сколько бы их там ни было, мне всегда все равно. Я сижу и право их не слышу, до того о них забываю. Я ведь всю ночь не сплю, я так уже год. Я всю ночь просиживаю в креслах и ничего не делаю. Книжки я читаю только днем. Сижу и даже не думаю так. Мысли какие-то бродят, я их пускаю на волю. Свечка сгорает за ночь вся. Я сел. Положил револьвер перед собой. И вот помню, когда я его положил, то спросил себя, так ли? Совершенно утвердительно ответил себе, что так, то и застрелюсь. Я точно знал, что уже в эту ночь застрелюсь, наверное. Но сколько еще просижу за столом, этого не знал. И уж точно бы застрелился. Если б не та девочка. Но еще было очень страшное воспоминание. В этой палате интенсивной терапии, как потом уже я узнала, к кровати привязывают кисти. И снилось мне, что я лежу в кровати, но только у самой-самой стенки, и все место в кровати занимает какая-то баба. Какая-то женщина лежит в кровати полностью на спине, она привязана за руки к этим краям, а мне места вообще на кровати нет, очень-очень мало места, я лежу на боку вот так вот, возле этой женщины, теснюсь к стене, и моя рука одна, левая, привязана тоже вместе с ней за эту кровать. Причем я привязана и к ней, и к кровати. А она спит и не просыпается. И вот что мне врезалось в память, это вот такие вот косточки, тут ключицы торчат, и абсолютно спокойное, безмятежное лицо во сне лежит прямо вверх. Я просто видела довольно незнакомую женщину со знакомыми чертами лица. Это оказалось я. Прошло 2 дня. Соня спала. Вообще-то это трудно назвать сном. За нее дышал аппарат. Лицо было восковым. Так выглядят люди в гробу. Они не имеют ничего общего с живыми людьми. Ольгу допустили в палату. Нужно было помогать ухаживать за дочерью. Таких обездвиженных пациентов раз в 2 часа нужно переворачивать сбоку на бок. У Сони уже появились пролежни. Необходимо санировать рот и носоглотку во избежание появления инфекции верхних дыхательных путей. Нужно опорожнять кишечник и мочевой пузырь. Чтобы мышцы больного не закостенели, не потеряли эластичность,
необходимо делать пассивную гимнастику, чтобы человек не умер от обезвоживания, каждый час вводить в организм жидкость. Достоевский был осужден и услышал на эшафоте приговор смертной казни расстрелянием и вынес 5 ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. Мы ждали уже 48 часов. Соня не возвращалась. Это Коля, Женя, Ира, Света, Лена, Лена, Витя. Обратите внимание на позицию наших рук. Система подчинения в детском саду работала очень хорошо. Каждый из нас понимал приказ. Воспитательница и фотограф рассадили нас, и прозвучала команда: «Положили руки на колени». Все положили руки на колени. А это я. Я тоже положила руки на колени. Автоматически. А в последний момент, когда фотограф сказал «снимаю», я убрала руки. Сознательно. Это был мой протест. Стоять в колонне, затылок к затылок, в одних трусах, было стыдно. Не подчиниться страшно. Мы шли по направлению к забору, где была колонка с холодной водой. Я в колонне всегда была третьей. Я сама занимала это место, чтобы только побыстрее. Воспитательница подключает шланг. Под струю холодной воды сначала попадает первый, потом второй. Очередь моя. Струя ледяной воды вонзается в грудь. Дрожишь мелкой дрожью в ознобе, ртом беззвучно глотаешь воздух. Только не падать, только не плакать. Рука воспитательницы выхватывает тебя из толпы и до красна растирает тело. И вот в этот момент ты ощущаешь счастье. Счастье, что ты это сегодня пережил. Ты пережил это сегодня. Позже накрывает чувство подавленности и отчаяния. Опять ты смирился. Опять подчинился. Опять ничего не смог. Соня в детский сад не ходила. Видите ли, хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня, кто, я бы почувствовал боль. Точно так же и в нравственном отношении. Случись что-нибудь очень жалкое,
то почувствовал бы жалость. Точно так же, как и тогда, когда мне в жизни было еще не все равно. Я и почувствовал жалость давеча. Уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему же я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи, когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что уж если я решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь более чем когда-либо все равно. Отчего же я почувствовал, что мне не все равно, и я жалею девочку? Я помню, что я очень пожалел ее тогда. Да какой-то даже странной боли внутри и совсем даже невероятной в моем положении. Но ощущение продолжалось и дома, когда я уже засел за столом, и я сильно был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то, следовательно, живу, а значит, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через 2 часа, то что мне, девочка? И какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль. Нуль абсолютный. И неужели же сознание того, что я сейчас совершенно не буду существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал, и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, дескать, вот не только не чувствую жалости, а если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через 2 часа все угаснет. Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясно представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и вообще ни для кого ничего не будет после меня. И весь этот мир лишь только угаснет мое сознание, угаснет тотчас и упразднится, как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания. Ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди. Я-то сам один и есть. Помню, что, сидя так и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем уже в другую сторону, и выдумывал совсем уже новое. Мне вдруг представилось одно странное соображение. А что, если бы я прежде жил на Луне или на Марсе, и там совершил бы какой-нибудь самый сраный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить? И там был за него поруган и бесчищен так, как можно ощутить лишь разве иногда, во сне, в кошмаре. И что если бы потом, возвратясь на Землю, я сохранял бы память о том, что сделал на другой планете, и кроме того знал бы, что уже туда ни за что никогда не возвращусь. То, глядя с Земли на Луну, было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние. Так как револьвер уже лежал передо мной на столе, я всем своим существом знал, что это будет, наверное. Но они горячили меня, и я бесился.
Я как бы не мог уже умереть, теперь чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана меж тем тоже все стало утихать. Они кончили в карты, укладывались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то и вдруг я и заснул, чего со мной никогда не бывало прежде. Я заснул за столом в кресло совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь. Одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирской мелочной отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце. А между тем, какие хитрейшие вещи иногда проделывает мой рассудок во сне. Между тем, с ним во сне происходят вещи совершенно непостижимые. Мой брат, например, умер 5 лет тому назад. Я иногда его вижу во сне, мы очень заинтересованы. Он принимает участие в моих делах, а между тем... Я ведь во все продолжение сна знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки здесь подле меня и обо мне хлопочет. Почему разум мой совершенно допускает все это? Ну, довольно. Довольно. Приступаю ко сну моему. Да, мне тогда приснился этот мой сон. Мой сон 3 ноября. Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет? Если сон этот известил мне истину. Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то знаешь, что она истина, и другой не может быть. Спите вы или живете? Ну и пусть сон. Пусть. Но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством. А сон мой... Сон мой... О, он показал мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь. Слушайте. Прошло 4 дня. Соня спала. Динамики не наблюдалось. С самого рождения она не вписывалась в этот мир. Ее тело получало раны, порезы, ожоги. Но она боролась за себя. Она даже готова была лечь в клинику. Но место освобождалось только на следующий день. Ей не хватило воздуху. Бездуховность не имеет воли. Бездуховность живет рефлексами. И вот это огромное рефлекторное просто вот общество, которая не осознает своих поступков, не осознает своего настоящего, не осознает себя, ну, я не знаю, на уровне каких-то древних людей просто. Как бы это ни было рассеяно по миру, и как бы это ни было во всех сферах нашей жизни, но все равно нужно просто свое пространство какое-то. А когда это плотно вот так тебя окружает, о, это кошмар, ты думаешь, я не могу дышать. Я не могу дышать. Вам теперь воздуху надо. Воздуху, воздуху. Станьте солнцем. Вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем.
тот день ее любимое зеркальце разбилось. Прощальный луч потухающего солнца. Для Раскольникова неразрешимым оставался вопрос, почему все арестанты так полюбили Соню. Когда она являлась на работах, все снимали шапки, все кланялись. «Матушка Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная», говорили эти грубые каторжники этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Каждый у Достоевского призван просиять солнцем. Знаете, о чем я подумал? Насколько больше мы заботимся о своем теле, нежели о разуме. Даже маленькие дети знают, что если поранил колено, нужно наложить пластырь. А что делать, если ранена психика? Кто знает, что делать? Никто. Мы проводим больше времени, заботясь о наших зубах, нежели о разуме. Ты чувствуешь себя подавленно? Выбрось из головы. Это всего лишь в твоей голове. Представляю себе такое сказать человеку со сломанной ногой. Не обращай внимания. Это всего лишь в твоей ноге. Это всего лишь в твоей ноге. Это всего лишь в твоей ноге. Эту историю мне рассказала одна моя знакомая. Она шла по коридору медицинского колледжа и случайно встретила человека, которого едва знала. Но что-то в его глазах заставило ее остановиться. Она вдруг увидела сгущающуюся бездонную тьму. Она захотела подойти к этому человеку, сказать что-то, взять его за руку. Но подумала, что это будет неловко, они едва знакомы, и прошла мимо. А на следующий день она узнала, что он покончил с собой. Сказали, что накануне он звонил всем своим друзьям, но никто не пришел. Я сказал, что заснул незаметно, как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и наставляю его прямо в сердце. В сердце, а не в голову. Я же положил прежде застрелиться в голову, именно в правый висок. Наставив грудь, я подождал секунду или две. И свечка моя, стол передо мной, стена, вдруг все задвигалось, заколыхалось. Я поскорее выстрелил. И вот я лежу на чем-то твердом, протянутый навзничь. Ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Меня зарывают в землю, все уходят, я один, совершенно один.
Вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся сквозь крышку гроба капля воды. За ней через минуту вторая, затем через минуту третья, и так далее, и все через минуту. И вдруг разверзлась могила моя. Я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом. Была темная ночь, но никогда, никогда я не видел такой темноты. Мы неслись уже далеко от земли. Вдруг в темноте я увидел звездочку. Это была та самая звезда, которую я увидел между облаками, возвращаясь домой. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мной. В день самоубийства Соня оставила запись ВКонтакте. Всего одно слово. Прощайте. Этимология слова «сними с меня вину», «отпусти свободным». Вот еще такой вопрос. Помнишь, что написала «прощайте»? Угу. И потом сделала это? Да. Вот твои ощущения, когда ты набирала эти слова? Я не испытывала никаких ощущений, кроме ярости. Я планировала давно. Но ни с того, ни с сего. Поэтому я была готова. Я не прощалась долго мучительно с миром под грустную музыку. Я просто взялась тем. Прошло 9 дней. Динамики не наблюдалось. Врачи начали проявлять недовольство, намекать, что если даже девочка выживет, то останется инвалидом. К тому же места реанимации для таких коматозников, как она, нет. Нет приспособленного помещения. А очередь на ее койку уже ждет в коридоре. После 9 дней статус считается длительным. А что нам остается делать? Больные попадают домой. Это происходит путем постоянных уговоров родственников, путем взывания к их совести. Поймите, эти больные занимают места на койках. А в них, между прочим, нуждаются другие больные, например, на пересадку почки. А для них, представьте себе, нет мест на койках, и они в полном сознании. А места заняты больными без сознания. Ольга не реагировала. Чувства были отключены. Она ни разу не заплакала. Она делала только то, что было нужно. Каждый день приезжала в больницу, тенью проникала в палату, делала все необходимое и ждала. Мне было 7 лет, когда отца не стало. Мне прямо сообщили причину смерти. Отец повесился. Я понял, что это означает, но не заплакал. Видимо, еще не осознал, что больше его никогда не увижу. На похоронах я тоже не плакал. По крайней мере, это не видно на фотографиях. В то время было принято приглашать фотографа не только на свадьбу, но и на похороны. Так что у нас осталась увесистая пачка фотографий отца в гробу. И вот уже потом, когда никого не было дома, я доставал эти фотографии и рассматривал их.
И вы знаете, я не плакал. Я рыдал от отчаяния. А что выводит из комы? Изучив массу материала, я понял. Только сенсорный контакт и зов живого. Fight or flight? Пожалуйста, вернись, не улетай. Пожалуйста, вернись, не улетай. Пожалуйста, вернись, не улетай. Эту видеозапись мы нашли в архиве театра. На ней мама Сони, Ольга, читает рассказ, отрывок из рассказа Достоевского «Сон смешного человека». Мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих. Я уже различала океан, очертания Европы. Главное чувство, что вдохновение святой ревности возгорело сердце мое. Как можно подобное повторение? Для чего? Я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом сердце мое погасил мою жизнь, но никогда. Никогда я не переставал любить ту землю, даже в ту ночь. Есть ли мучения на этой новой земле? Хорошо. На нашей земле мы можем любить лишь с мучением, и только через мучение. Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтобы любить. Я хочу. Я жажду целовать, обливаясь слезами лишь одну ту землю, которую я оставила. Не хочу! Не принимаю жизни ни на какой иной. Но спутник мой же оставил меня. Я могу сам для себя не дать. Встал на этой новой земле. О, все было точно так, как и у нас. С той только разницей, что всюду сияло каким-то праздником. Великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море. Тихо плескало на берега и лузало их с любовью явно. Видите? Почти со. Птички бесчисленными стадами перелетали в воздухе,
И не боясь меня, садились мне на плечи, на руки. И радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел людей в счастливой земле. Они пришли ко мне сами. Они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, как они были прекрасны. Никогда я не видела на нашей земле такой красоты в человеке. Разве в детях наших в самые первые годы их возраста можно увидеть отдаленные, хотя и слабые отблески красоты? Да. И тотчас при первом взгляде на их лица понял все. Все. Я слова земля не оскверненных их падением. Они жили людьми согрешившими, жили в таком же районе, в каком когда-то по преданию всего человечества жили и наши согрешившие прародители. Стоит только разница, что вся земля здесь повсюду была одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, стеснились ко мне. Ласкали меня. А они увели меня к себе. И каждому из них хотелось успокоить меня. Они не спрашивали меня ни о чем, но вы бы все уже знали. И каждому из них хотелось бы скорее сойти с родами. Осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их. Я страдал за них потом. О, я тут же понял даже тогда, что во многом не пойму их вовсе. Мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялась и питалась иными проникновениями, чем у нас на земле. И что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны. Они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки. Ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобы научить других жить. Они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них. Точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними. Да, они нашли их язык и убежден, что те понимали их. О, эти люди не добивались, чтобы я понимал их. Они любили меня без того. Но зато я знал, что никогда не поймут меня. И потому почти не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих. И они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я в слезах порой целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какой силой любви они мне ответят. Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам. Они пели свои прекрасные песни. Они питались легкой пищей, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились, лишь немного и слегка. У них была любовь, и рождались дети.
но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям, как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссоры, не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезни, хотя и была смерть. Но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимся с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуя им их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся, как бы до восторга любовь, до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти, и что земное единение между ними не прерывалось смертью. У них не было храма, у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с целым Вселенной. Казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывались мне еще на нашей земле, зовущую тоскою, доходившую подчас до нестерпимой скорби, что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца, в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть на нашей земле, на заходящее солнце, без слез. Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска. Зачем я не могу ненавидеть их, не любя их? Зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска? Зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю. Но я не жалел, что я говорил о том. Я знал, что они понимают всю силу тоски моей и тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то я и не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них. Все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уж сам сочинил, проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, Боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое им доставил веселье, пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет. Все это, быть может, было вовсе не сон, ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса, истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Осудите сами, я до сих пор скрывал. Но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я развратил их всех.
Как это могло совершиться? Не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиной грехопадения был я, как скверная дряхина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил с собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь, и познали красоту лжи. О, это началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры. В самом деле, может быть, с атома. Но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие. Сладострастие породило ревность. Ревность – жестокость. О, не знаю, не помню точно, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь. Они удивились и ужаснулись. И стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Началась борьба за разъединение. За обособление. За личность. За мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь. Они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы для сохранения ее. А для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, и даже не хотели верить в то, что когда-то были невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Мечтой. Они говорили мне: пусть мы лживы, пусть мы злые и несправедливы. Мы знаем это и плачем об этом. И мучаем себя за это сами. Истязаем. И наказываем, быть может, чем тот милосердный судья, который будет судить нас, и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы вновь отыщем истину. Но примем ее сознательно. Знание выше чувства. Сознание жизни выше жизни. Знание законов счастья выше счастья. И после слов таких каждый возлюбил себя больше всех. Да и не могли они сделать иначе. Каждый стал столь ревнив своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умолить ее в других. И в том жизнь свою полагал. Стали появляться люди, которые начали придумывать, как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, не мешать никому другому, и таким образом жить всем вместе, как бы, и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие в то же время твердо верили, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят, наконец, человека объединиться в согласное разумное общество. А потому пока, для ускорения дела,
Премудрые старались поскорее истребить всех непремудрых и не понимающих их идею, чтобы не мешали торжеству ее. Наконец, эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание. И эти люди провозгласили, что страдание есть красота, что в страдании лишь мысль. Скорбь вошла в мою душу с такой силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру. И тут я и проснулся. Простите меня. Простите меня. Простите меня! Соня вышла из комы на 10-й день. Врачи сказали, что это был один шанс из тысячи. А ту маленькую девочку я отыскал. И пойду.
Мы решаем покончить с собой, потому что мы отчаиваемся собой стать. И всегда эта жизнь начинается со лжи. Потому что всегда ты почувствуешься, и ты всегда говоришься: «Простите меня». Должны сейчас все обязательно тебя простить, ты очень виноват. Потом постепенно возвращается разум. Ты думаешь: набрал, набрал. Я не жалею ни о чем. Но иногда, конечно, жалею, что проснулась. Каждые 8 секунд на Земле совершается самоубийство.